Привет, ребятки! С вами Михалыч и канал Клуб Рыбаков. Сегодня хочу помедитировать с удочкой. Ребятки, посидеть с поплавочком, немножко отдохнуть. Это же рыбалочка на поплавок, это же, знаете, как для души рыбалка. Но не знаю, что будет. Я нахожусь сейчас на диком водоеме. Слышите, как рыба нерестится? Все хлюпает по камышах, там бурлит, кипит. Будет ли брать, не будет. Ладно, короче, готовимся. Прежде всего, мы сейчас сделаем царскую прикормочку. Ребятки, мои друзья очень хвалят прикормку от Real Fish. Малинка, именно малинка. Я бы даже не придумал бы, что на карася малинка. Говорят, в этом году она так выстреливает. Ой-ой-ой, а я ее еще не пробовал. Мне она как бы карповый вкус какой-то. Короче, основа у нас будет малинка. Опа. Плюс добавим ваниль-карамель на всякий случай. Будет такая фруктово-сладенькая смесь. Сейчас мы тут такого намешаем. Хоп. И еще хочу добавить зерновых от 3 кабайц. Это вареная перловка, там пшеничка, что там, конопля, еще чего-то. Рапс, лен, красное просо. Короче, здесь плюс... Опа! Ух! Вот это я понимаю запашок. Сейчас, наверное... Опа, половинку пакета. Будем экономно это все расходовать. Или все выбрасывать. Не, половинку оставим. Так, перемешаем. Будет зерно, будет рыбке что кушать. Может, крупный карась какой-то подойдет. Может, еще чего. Так, ребятки, и добавлю, хочу добавить сюда еще чуть-чуть мелясы. Я же говорю, будет такой фруктово-сладкий вкус. Меляса — это прародитель всех бустеров, то есть всех активаторов клёва. Самый-самый старый. Вот мелясы уже потом начали делать все остальное. Ее хорошо, конечно, развести с водичкой. Ух ты, ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй, это очень много, ребятки. Ну ладно, кашу маслом типа не испортишь, да? Но не в чем развести. Надо какой-то стаканчик было бы взять. И заливаем это все водичкой. Хоп. Вот это прикормка, ребятки. Покруче, наверное, чем на карпа. Ну, по крайней мере, не хуже. Ух, и запах, ребят. Малинка-то пахнет так, что кобздец. Ванилька. Да еще меласа. Меласу, друзья, советую во всю прикормку добавлять. Также и зерновые. О, все, пускай набирается водичкой, а мы будем доставать наши удочки. Удочки я вам свои показывал. Да вы их и видели в моих видео. Я их уже 5 лет показываю. Пока что лучших удочек не встречал. Удочка называется Тика Powerful. Вот, 5,80 и 4,80 есть у меня. И удочка без колес. Потому что вы знаете, ребятки, я же рыбачу, вместо крючка у меня там мормышечка, и я рыбачу в проводочку. То есть я постоянно подыгрываю поплавочкам. Это я вам тоже уже показывал. Вы там меня бомбите, как огрузить поплавок. Друзья, поплавок надо огружать вот так, чтобы только пымтык выглядывал из воды, когда крючок стоит на дне. И поклевочка у вас такая, раз, и поплавок вышел. Ну, или потянул. Ну, конечно, больше поклева, когда поплавок выходит наверх. У меня даже видео где-то было, как огружать этот поплавок. И видео я снял еще 5 лет назад, ребятки. Ну, блин, оно где-то потерялось. На моих жестких дисках, у меня куча жестких дисков. Представьте себе, 5 лет снимаю видео, и оригиналы где-то на этих дисках, и я его просто не найду. Если случайно найду, то я вам выложу это видео, как огружать поплавок. Но там ничего сложного нет, ребят. Как и обычный, просто так, как я вам сказал. Огружайте, чтобы он был полностью в воде. Опс. Так, когда размотали, советую лесочку вытягивать. Так чуть-чуть раз. Раз и так растягиваем ее, потому что во всей леске есть память. А так мы вытянули, и леска у нас будет ровная. О, караси, он не рестятся в камышах. На той стороне видел голодающих, бегает с подсаками.
с подсаками по камышах хватает до этих карасей, блин. А потом будут говорить, ё-моё, кто-то всю рыбу уничтожил, рыбы нет. Браконьеры, собаки. А сами? Тоже надо с себя начинать. Так, друзья, поводок у меня. Поводочек здесь у меня 0,18. А центральная леска 0,2 мм. И в этой рыбалочке, на эти удочки я использую, вот, центральная леска Jackson Satori Premium 0,2 мм, размотка 150 метров. А на поводке вот такую маленькую. 0,18, есть еще у меня 0,16, 0,14. Тоже всем советую. Офигенная леска. Это японская леска здесь намотана. Ну что, выставляем глубину и будем кормиться. Удочкой с мормышечкой. Самый гемор здесь, это выставить глубину. Если вы выставили глубину, все, считайте, вся рыба ваша. Но надо же выставить, потому что тут четко мормышка ложится на дно, не проваливается вил. Или нам на траву, на мусор на какой-то. И вы отслеживаете, очень хорошо отслеживаете дно. Потому что буквально сантиметр перепад или пару, вы уже видите это все. То глубина меняется. И там, где ямка, там клюет рыбка. Так что сейчас выставляем его глубоко. Так, глубина есть. Теперь можно и подкормиться. О, класс, как раз набралась водичкой. Прикормочка наша. Ух, запах какой. Фу-ху-ху. Блин. Сейчас даже если рыбы здесь и нет, то она появится. Так, со старта сейчас, наверное, набросаем туда. Вон, 3-4 шарика, ну и пятый маленький. Давай, рыбка, приходи и ловись. А мы пока подождем, я думаю, полчаса, минут 40, как минимум, надо ждать подхода. Из наживки мы будем использовать опариков. Ну, по крайней мере, начнем с опарика. Самая ленивая, опа, самая ленивая наживка. Раз, два. Та стоять, не разбегайтесь. Подлюки разбегаются. Убегают. Не хотят сидеть в песке. Между прочим, ребятки, в песке вот сидят уже вторую неделю. Влажный песочек в холодном месте. И опарики хранятся отлично. Оп. Опарика можете насаживать. Как вам, ребятки, нравится. Как вам угодно. Нет там такого. Правильно, неправильно. Как вам нравится, так и насаживайте. Так, ты что там? Какой-то мусор прицепился. Ну что, первый заброс. Опа. У нас дожди прошли. Ночью такой ливень шмалял. Такие грозы, молнии, гром. Капец. И сейчас тоже что-то так. Вроде бы как хочет снова дождь идти. Будем надеяться, что не пойдет. То ловить-то хорошо в дождь, пофиг. Ну вот снимать. Снимать проблематично. Видите, как карасики нерестятся. Чувак, иди давай на удочку клюй, а не там лёпаешься. Хорош уже. Первая холостая. Наверное, плотвичка подошла. Или красноперка. Так, ветер поднимается. Ух, там хорошенький. Хорошенький мамончик. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите какой, а. О, вот это я понимаю. Карасики. Фух. Фух. Самец бронированный с пупырышками. Худой и длинный. Ай, красавчик, ребятки. Смотрите, какой карасик, да? Первый карасевич. Ничего себе у него скула. Как у судака. О, на парика взял. Все, давай, друг,
Сейчас лобана. Ведерочка. О, ведерко. Иди, друже. Моя любимая ведерочка. О, сколько там уже карасей перебывало. Так, есть. Начало есть, ребятки. Что хорошо в опарышах. И там чуть-чуть поправил. И вперед за карасями. Не надо переодевать по 10 раз. Давай, последующего. Фух, красота. Ай, как же классно. Кукушечка кукукает там. Жабки квакают. Солнышко выходит. Красоты, лепота. Сидишь и вспоминаешь, как ты был маленький. И сидел с удочкой с лещиной. Деревянная утка, поплавочек с гусака. Сам покрасил, сам все сделал. Короче, воспоминания накатывают, ребятка. Ищите, удочка, да, удочка рулит. Вот и следующий пошел. Ой, красота. Ой, иди сюда, иди сюда. Ой, красивые карасики. Ребятки, смотрите, и снова красивый длинный самец. Что-то самцы клюют, а самочки там где-то на работе, не рестятся, потомство дают. А самцы самые первые пожрать приходят. Ага. Да, самцы любят пожрать. Пиво попить, пожрать. На опарика. Так, иди. Иди в ведерочко. Так, добавим еще одного опарика. Я изначально то 2-3, но в основном 2. 2 одеваю, а потом третьего довешиваю. И ловлю на 3 штучки. Так, ну потихонечку работа идет. Балдеж, красота. Балдеж, красота. Давай сходу. Сходу давай поплавочка подымай сразу. Оп. Класс, послушал, видели, ребят? Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо. Хорошенький. Это уже, наверное, мамочка пришла за папочками посмотреть, что они здесь делают, куда они уходят. А то пошел мусор выбрасывать, а пришел пьяный. Очек. Да? А не, нифига, не самка. Самка, ребятки. Мамка пришла, но пустая. Уже плоская, отнерестившаяся. Наверное, пришла мужа посмотреть, куда он пропал. С кем он там пиво пьет. Ну давай, иди. Там он с кумом, он, видишь, в ведерке он там. Иди, третья будешь. Класс. Класс, класс, класс. Блин, как же классно, когда... Так, все, там и поправлять ничего не надо. Как же классно, когда они клюют. Опа. Ну, такой прикормки набодяжить, я думаю. Еще бы, чтобы они не клевали. И снова. Ух, как же класс. Удочка шикарная, удочка легенькая. Так этих карасей пакует, блин. Тоже мамка. Опа, жена второго подтянулась, наверное. И хорошенькая, снова хорошенькая. Иди сюда. Иди, иди, подруга, иди. Иди, там уже... У вас там уже целый сборник. Ё-моё, блин, ни хрена себе караси. Ребятки, посмотрите, какие карасевичи. Пипец. Вот на ладошку ложу. Видели какой? Ребята. Жесть, да? Бомба. Тоже самка, видели, без пупирышек.
на морде. Опа. Ай-яй-яй, Михалычу, блин. Михалычу еда подтягивает. Сидеть там, все, балдеете. Тихонечко. Видели, какой гад? Или гадыха. Ай-яй-яй, сейчас перевернулся. Ты, ё-моё, я тут так сижу, неудобно. О! А, нет, это самец. Самец сматывался от самки. Наверное, я точно жену ее поймал. Говорит, да ну его нахрен с женой сидеть в одном ведерке. Сиди, сиди, сиди. Сейчас я еще одного кума вам поймаю. Тихонько. Следующий пошел. Ай, красавчики. Блин, ну и кабанюры клюют, ё-моё. Что днепровский карась, ёкарный попай. Вот тут. Вот это, блин, рыбки. Вот это я понимаю. А вы говорите, платники. На платниках мелочь. А тут смотрите, какие караси все. Все такие, 300-400 грамм. Ё-моё. Парика заглотил нашего. Ну дай, дай, отдай, парик. Опа, да вылази, ёхана. Вот там потихоньку банда собирается. Стоять, стоять. Красавцы. Ну, 5 штук и уже, блин, на 2 раза покушать. Для кого-то. Для Михалыча на раз нажраться. Yes. Так, поправила парика. И вперед за орденами. Куда за камыши уходит. Красиво. Красота. Класс. Ай, балдеж. Какой же, блин, как классно таскать на хорошую удочку. Хорошего карасика. О, там вообще мамочка такая мне показывается, что самая большая. Иди сюда, иди. Иди. Такая, наверное, с полкило, как минимум. Ребят, стой, 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 а ты еще поводка оторвешь. О, вот это мемели клюют. Стой, 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 стой. О, народ. А ну, сейчас взвесим. Интересно взвесить, сколько весит. Хорошенькая.
Хорошенькая мамочка клюнула. Чик. Опа, стой. Иди, шестой будешь. Что там у нас? Два пацана и четыре бабы. Классно, пацана. Так, а парика поправил. Ладно, потом будем взвешивать. Надо пока рыбка подошла, ловить надо ее. Правильно? Потом взвесим. Это, блин, видели, была красноперка. Я вижу, что красноперка. Она тюк-тюк-тюк. Я их подсекать не хотел. Ну. Красноперочка. Нам такая рыба не нужна. Нам карасики нужны. Блин, что-то прицепилось даже без клёва. Ничего не клевало. Слышишь, народ? Просто стояло. На волнах шаталось. И там хорошенькая рыба засела. Вон, видите, что выделывает. Без клёва. Как это он так смог? Не, ну он чукнул там раз, два, я думал, плотвичка. И потом стоял поплавочек. Ну какая разница, как он поймался. Главное, что... Снова карась такой, не меньше 300 грамм. Красавчики. Ай, красавчики. Иди туда, к тусовке. Вот она, ребятки, кто там холостые поклевки делает. Красноперка собака или плотвичка собака. Есть такой вид рыб в Украине. Собака, иди гуляй. Следующий паркуется. Красавчики. Ох. Сюда. Блин, ну караси меня, конечно, поражают. Просто шикарные. О, пацан приплыл с пупырышками неоттертыми. Карасики. Карасики супер. Просто супер. Чик. Блин, ребят, позвонила жена, что-то ей срочно понадобилось. Надо прекращать рыбалку. Блин, умеют же эти жены создать комфорт на рыбалке, елки-палки.
Как раз тут самые карасики расклевались, ё-моё. Ну ладно. Что поделать, я думаю, нам хватит. Сейчас посмотрим, что мы там поймали. Блин, шикарно. Погодка супер. После дождика так классно. Сижу, балдею, тут дзынь-дзынь-дзынь. Приехали. Ладненько. Смотрим, что мы там поймали. И прикормки еще сколько осталось. Будет на следующий раз. Тут такая прикормочка, жалко выбрасывать. А ну, карасевичи. О, сейчас мы все взвесим, народ, правильно? Так, сколько мы тут поймали? 3, 6, 8 штук. 8, но зато ж смотрите, ребятки, какие. Сейчас мы их взвесим. Так, сейчас вот оттарируем ведерко. 0. Сколько у нас ведро? Так, 600 грамм, да? 620 грамм. Теперь, самый большой какой у нас? Вот этот? Угу. Ай, красивый, красивый карасик. Так, веса. Джексоновские весюлики. Тоже веса. Бомба. Батарейка служит второй год. Так, иди сюда. Куда? Повторить. Что у нас тут карасик? О, ребят, видели? 410 грамм. Ну, мамулька. Хорошенький. А теперь сейчас их вместе свесим. Сколько весят? Сколько весят все карасики? Все 8 штучек. Ой, карасики какие классные. Опа-на! Как думаете, сколько весит? Сколько? 3 кило? Сейчас посмотрим. Оп. Цепляйся. Ту-ду-дун! Ну да, народ. 3 килограмма. 2,965 минус 600. Короче, 2,300. Ну, нормально, 8 карасей, 2,300. Огонь. Все, ребятки. Короче, на этом я и закрыл рыбалочку. Что тут сказать? Рыбалка шикарная. Мне понравилось. Видели как? Я всегда говорю, что на дикарях проще намного рыбу поймать, потому что она там голодная, прикормил ее и фигач. Или на Днепре, посмотрите мои видео. Поехал и дубасить этих щук 10-килограммовых и с судаками по 50 килограмм. Ладненько. О, народ, есть предложение. Давайте поиграем в игру. Кто первый напишет количество всей пойманной рыбы, тому я отправлю 2 пачки силикона. Ну, какого-то там выберу у себя, а то вы меня просите, чтобы я вам там что-то дарил, задарил. Давайте, дерзайте. Кто первый напишет в сообщении правильное количество рыбы в видео, тот получает 2 пачки силикончика. Окей? Поехали. Чуть не забыл, ребятки. На все снасти, на прикормки, на зерновые ссылочки будут, как всегда, под этим роликом. Выезжаем почаще на рыбалочки, не сидите дома, весна на улице, рыбка ловится, все отлично, хорошо. И не хвоста вам ни чешуи. С вами был Михалыч, канал Клуб Рыбаков, и всем пока-пока.